Детский сад на улице Шигаева строят по национальному проекту «Жилье и городская среда». В этом году на его возведение из федерального бюджета дополнительно было выделено более 21 миллиона рублей. Строительство детского сада началось в начале 2022 года. Уже к будущей весне здесь должен появиться современный детский сад на 160 детей. На данный момент в районе 60% завершено строительство. Завершено строительство по кирпичной кладке наружной. В данный момент сейчас ведется внутренние перегородки, кладка внутренних перегородок, электромонтаж, ведется сети, прокладывается сеть по наружке, внутрянка прокладывается. И то есть устройство кровли, фасада ведется параллельно. По проекту детский сад должен быть построен в течение года. Но подрядчики ставят перед собой амбициозные цели. К декабрю закончить коробку, начать внутренние отделочные работы. А в начале 2023 года завести мебель и технологическое оборудование. При этом еще в июле на месте стройки были лишь сваи и фундамент. С сегодняшнего дня начинаем остекление. То есть все уже на объекте, все находится сейчас в данный момент. И окна, и все. Монтажники приступают с сегодняшнего дня к монтажу окон. Несмотря на значительный рост цен на строительные материалы, подрядчик справляется со своими обязательствами по завершению работ. Бывает, некоторые работы сложнее, некоторые попроще. Тут работают профессионалы, своя работа. Каждая работа все свое знает. Строительство социальных объектов, школ и детских садов остается одной из стратегических задач правительства Ульяновской области и находится на контроле губернатора Алексея Русских. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Ол-Правда ТВ.